куда-то туда дальше ездить, я понял, что, в принципе, за Казанью во многих местах русский язык уже заканчивается. Вот, как ни странно, вот начинается татарский. На нем очень много народу говорили. И пока я буду гитару перестраивать, можешь мне что-нибудь спросить. Ну, самый интересный был, конечно, Полифест. Вот, это не Полифест, это был Украл Дюрсо, это делал Поликарпов на базе Юфушного университета. Вот, то есть там был очень такой приятный концерт, очень странный. Там народ отдыхает. Соответственно, когда начинается концерт, в зале 5 человек сидит. Вот. В общем, когда я заканчивал свое выступление, было около 200. Вот. И получилась такая история, что ну, концерт это не самое интересное, поверьте мне. Самое интересное это было ночью. Вот. У нас стояла плита, там, в общем-то, озеро Абрау-Дюрсо, мы стояли на территории, не на территории лагеря, а, собственно, на берегу озера. Небольшая возвышенность, в палатке там спать очень неудобно, потому что ну, куда-нибудь сползаешь. Вот. Поэтому ночью люди предпочитали смотреть на звезды, пить хорошее вино и друг с другом общаться. Вот, а стояла газовая плита, баллон, значит, дерево высохшее, прямо над этой газовой плитой. Ну, в общем, мы стоим, фонарик висит. Вот, фонарик висит. А около плиты лежит пакет с длинными такими французскими булками хлеба. Вот. Ну, сидим, наблюдаем, как медленно с этого дерева вниз, вот, попадая в область света, спускается енот. Достает потом хлеба оттуда, берет его двумя лапами, залезает на сучок освещенный, вот такой садится, начинает его есть. Вот. Ну просто на глазах у изумленной публики буквально, вот, мы вот смотрели и шелохнуться не могли, а вдруг уйдет. Нет, он не ушел. Он привел как минимум семерых своих друзей. Вот, и, в общем-то, когда поняли, что они уже в палатках, и они везде, и такой клёкот инопланетный стоял по всему лагерю, вот, они же как-то очень верещат интересно. Вот, и притом не боятся абсолютно, то есть дети их гладили. Вот. Детям они это позволяли делать, взрослые нет. Взрослых они смотрели очень так, зачем это тебе? Пальцы побереги, дружище.